Когда руководитель водоканала приходит и говорит мэру о том, что я имею какие-то интересы на водоканале, что у меня там работают люди, что меня отстранили от кормушки, которой я получал какие-то деньги, какие-то подряды на водоканале, при этом он нанял 5 человек в службу безопасности, они ничего ищут и найти не могут, но это мэру было доложено в уши, и мэр это мне лично сказал, что да, твои там интересы, я хочу сказать, таким людям не место, и я очень сожалею о том, что городской голова, когда назначал Дуденко на должность директора водоканала, не взял справку характеристику с предыдущего места работы, и тогда бы в этой справке характеристики, даже с того же Николаевского глиноземного завода, он бы увидел, что этого человека просто к городскому хозяйству нельзя подпускать. Просто нельзя подпускать. Спасибо. А можно в студию? Давайте будем... А я, можно, пожалуйста, тогда обратиться, чтобы мы да, на предыдущее место работы отправили запросы, чтобы нам дали характеристику данного директора коммунального предприятия. Можем на это частное... Да, это Валерий. Как-то это, я думаю, что это выходит за наши. Да, хорошо. Да, если мы не сейчас дали так. Вы как депутат можете написать самостоятельно. Я звонил, и слава богу, что как бы, ну, как бы, нет, у меня есть, скажем так, люди, которые работают на данном предприятии, они говорят, что если бы к нам с этой просьбой обратился непосредственно мэр, мы бы дали справку характеристику. Мы не можем, это конфиденциальная информация. А что, депутату не дадут? Нет, депутату, к сожалению, не дадут. Ну, можете как депутат обратиться к мэру, он будет дальше. Александр Ильич, да. Я как член бюджетной комиссии хочу напомнить о том, что у нас на среду вынесен вопрос о том, чтобы включить одного, делегировать одного из членов бюджетной комиссии в...